В Березниках у 8 многоквартирных домов появилась управляющая компания. Комбинат комплексного обслуживания приступил к управлению многоквартирными домами, расположенными по адресам, которые сейчас на экране. В обязанности управляющей компании входит подготовка домов к предстоящему отопительному сезону, текущие ремонты крыш, инженерных коммуникаций, фасадов, содержание придомовой территории, устранение аварий. Управляющая компания определена постановлением администрации города по результатам конкурса. Постановление с полным перечнем работы услуг, а также их стоимостью размещено на официальном сайте администрации города Березники.